Сварщик Иван Чахур, работающий 10 лет на Бельском водоканале, придумал механизм, который позволяет экономить предприятию значительные средства. Речь идет об устройстве для врезки отвода водопроводной трубы без остановки водоснабжения. Использование этой конструкции сокращает потери воды, а также требует меньше времени и количества людей для проведения необходимых работ при врезке дополнительных линий в сети. Свою идею Иван Чахур представил на конкурсе рационализаторов, прошедшем в Бельцах в конце августа. Часто определенное некоторое время сталкивались с проблемой для того, чтобы врезать, допустим, задвижку диаметром 100 мм в большие водоводы, 500-700 мм диаметра, нужно останавливать несколько бригад водовод, сбрасывать по несколько часов воду, к примеру, диаметр 700 мм, около полукуба имеет 1 метр водовод. 3 километра, можно почитать, 1500 кубов воды нужно сбросить, завоздушить водовод. Потом последствия такие, как у нас были весной, после завоздушивания очень много прорывов, много проблем. С помощью этого простого устройства, фляниш-ток, не особо сложная вещь, можно в течение 1,5-2 часов одной бригадой в 2-3 человека подключиться к водоводу, не сбрасывая воду вообще. Иван Иванович рассказал, что идея создания этой конструкции появилась после несчастного случая на производстве, когда они с коллегой едва не утонули. Пробивали под давлением, пробовали не сбрасывать воду просто без вот этого водопробоем и большой поток воды при высоком давлении очень быстро заполняется траншея и яма. Еле успели закрыть задвижку. И после этого родилась такая идея. Устройство для врезки отвода уже дважды применялось на муниципальном предприятии АП-канал. Его испытание прошло успешно. Один раз пошли по Чумаре, там на 500 водовод, тоже у нас водовод с центра города, аж до Молодого, вы знаете, он длинный. И один раз на Болгарской 130, буквально, на прошлой неделе, там тоже у нас, если все завоздушить, весь тот район, потом вся Болгарская, въездили бы туда 2 недели. И вы воду не перекрываете вообще? Вообще не перекрываете. Представители конкурсной комиссии поддержали идею Ивана Чахура, предложив небольшое дополнение. Если вы поставите сложный инструмент, допустим, сферло, супермагнит, зенкер, или, допустим, там зенкер, меч, то есть вырезается сразу отверстие, резьба у нас остается на резьбе, и вместе с резцом выходит обратно, без никаких проблем. За одну операцию. И вот механическая ловушка у вас на месте. Потому что то, что вы говорите, это понятно. Автор должен почтить свою идею. Никаких проблем. Идея неплохая. Да, идея неплохая. Она работает. И она работает. Иван Чахур отметил, что для того, чтобы изготовить эту конструкцию, необходимо всего лишь около 500 леев. При этом она может быть использована не только на водоканале, но и на других предприятиях.